По оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад. Цифры дают основания для осторожного оптимизма. Уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%. Такая динамика позволила 19 субъектам федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений. Еще 25 регионов готовы и планируют такие действия. Такой резерв позволяет нашим медицинским организациям постепенно возвращаться к плановой госпитализации, к лечению пациентов с другими заболеваниями, планировать операции. Особенно это касается высокотехнологичной помощи. Помощь больным с опасной инфекцией сейчас оказывают более 80 тысяч врачей, свыше 130 тысяч средних и более 50 тысяч младших медицинских работников. Хотел бы еще раз искренне поблагодарить каждого из них. Медицинские работники спасают миллионы жизней, как бы трудно им не было самим.